В ходе реализации национального проекта «Спорт. Норма жизни» до конца года в республике будет открыто более 30 спортивных объектов. Одна из таких площадок уже строится на территории школы номер 1 в Карачаевске. Данная новость очень обрадовала как преподавателей, так и учеников. О том, как протекают работы, узнавал Аслан Гирюгов. Для учеников школы номер 1 имени Джатая Байрамукова новая спортивная площадка будет замечательным подарком перед началом учебного года. Она будет универсальной. На ней можно будет играть в мини-футбол, баскетбол, гандбол и волейбол, а также в большой теннис. Помимо этого, можно будет проводить спортивные состязания между учащимися в более комфортных условиях. Для предотвращения травматизма предусмотрено резиновое покрытие, на котором сложнее упасть. Размерами она будет 30 метров на 60. Ограждение будет 3D. Трехметровое ограждение. И как долго вы планируете? К концу недели завершить резиновое покрытие. В следующей неделе займемся ограждением. И тоже планируем к началу учебного года. Думаем запустить, если погодные условия позволят. Новая спортивная площадка будет сделана по всем современным нормам. Как отметила директор школы, она поможет детям готовиться ко многим городским и республиканским соревнованиям. Ведь школьники принимают в них активное участие и часто завоевывают призовые места. Мы очень надеемся, что к 1 сентября, к юбилею нашей школы, в этом году нашей школе 90 лет, мы планируем отметить этот юбилей. И открытие спортивной площадки, конечно, внесет огромную такую массивную роль в жизнь нашей школы и в общественную, и в спортивную, и в учебной деятельности она нам пригодится. Огромное спасибо всем тем, кто старается, прилагает столько усилий для развития спорта и в нашем городе, и в республике. Стоит отметить, что за последнее время в республике становится все больше и больше спортивных площадок. Кроме того, в Карачаевске ведется реконструкция стадиона «Саулук». Площадок, подобной этой, в республике в ближайшее время будет более 30. И многие согласятся с тем, что это очень важно для подрастающего поколения, которое должно расти спортивным и здоровым. Аслан Гирюгов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево, Черкесия, Карачаевск.